Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. Ну и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В этой серии я хочу посвятить ее, в общем, прохождению раллийного режима полностью. Я вам уже говорил об этом как-то в предыдущих сериях. Ну и вот как раз-таки в этой самой серии хочу этим заняться вплотную. То есть серия будет полностью посвящена раллийному режиму, но для этого нам понадобится много машин, так как я использую те же самые машины, что и у соперника в каждой конкретной гонке. Поэтому надо будет много денег и много покупать машин. Поэтому сейчас я прерву трансляцию и вернусь, когда у меня будет уже в гараже стоять несколько Speed 12. Мы их благополучно продадим. Итак, вот я и вернулся. Видите, все-таки монтаж — это великое чудо, изобретенное человечеством, и вам не пришлось смотреть все эти мои куча проездов по одной и той же трассе. Всего я проехал 6 раз и выиграл 6, соответственно, машин Speed 12. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, что никакого рандома там не было. И что сейчас мы их все продадим, и у нас будет куча денег, на которые мы сможем купить отличные раллийные агрегаты. Ну, правда, придется покупать не только отличные, разные там, но не суть. Так, ну давайте же посмотрим, что у нас творится в гараже. Да, вот 6 спидов в ряд прямо-таки. Давайте их сейчас быстренько все продадим на черный рынок. И у нас будет куча бабла, которую мы будем неистово тратить. Здесь стоит оговориться, что это чисто мой способ прохождения раллийного чемпионата. И не нужно тут упрекать меня в чем-то. Здесь можно, конечно, все гораздо проще сделать. Купить просто-напросто одну, например, Escudo Peaks Peak Version и все абсолютно чемпионаты раллийные проехать на одной этой супер-мега тачке. Так как там у нас нигде ограничений нету, везде стоит у нас free, поэтому можно заходить на машине любой мощности в чемпионат по ралли. Но я так не хочу проходить, я хочу действовать, ну, скажем так, по-честному, что ли. Ну, в общем, это я сам так выбрал для себя, и мы будем проходить раллийные этапы, стараться, по крайней мере, на тех машинах, которые представлены там в виде соперников. Вот, собственно, что я хотел сказать. Да, это будет, конечно, дольше, сложнее, но так, мне кажется, все-таки интереснее. И, естественно, таким образом я смогу вам показать гораздо больше машин, которые здесь есть. Так, ну что же, смотрим, что у нас первое. Ну вот, давайте добьем. Единственное, что тут у нас осталось, гонка на Sirion X4. Это, оказывается, это Daihatsu машина. Я, если честно, не сразу даже нашел ее. Но вот здесь именно, в этом чемпионате, давайте возьмем Special модель. Вообще, это Daihatsu, это обычная машина, Ее я, если честно, брал, то есть это не попало в запись. Я пытался по-честному, так скажем, пройти на той машине, которая там в виде соперника представлена, но это оказалось невозможно. Почему-то, вот если брать эту же самую машину, модель, прокачивал ее я полностью, абсолютно, но я все равно уступал на трассе сопернику. Уступал, она, видимо, мощнее. Не знаю, может быть, это очередной какой-то небольшой баг в игре. И вот если точно такую же машину брать, прокачивать ее полностью, то ты все равно уступаешь вот сопернику этому. Поэтому здесь я решил, ну, немножечко отступиться от своих правил и взять вот тоже Sirion, но это Special модель, как вы видели, и пройти эту гонку именно на ней. Она, конечно, здесь не чета нашему сопернику. Точнее, наш соперник не читает этой машине. Вот, и без труда тут все это дело выигрывается. Я очень много попыток, честно, потратил на
то, чтобы пройти здесь на точно такой же машине, но настраивал ее по-разному, но не смог. Не смог. Она все равно отрывается. Она мощнее. Не сильно, но довольно-таки ощутимо. Поэтому вот так. Здесь мы берем спешл модель вот этой Sirion LM Edition. И, ну, в принципе, неплохая машина, довольно мощная. Хотя, опять же, не думаю, что где-то мы ее будем еще использовать. Ну вот, как вы видели, без труда удалось одолеть соперника. Но это будет единственный случай. Дальше пойдет все гораздо сложнее, гораздо туже. И дальше с первого раза я нигде не смог одолеть последующие гонки. Дальше вот будем брать импрезу орлиную. Ну, давайте посмотрим, где еще она используется. Тут я по такому принципу выбирал машины, чтобы, ну, не в одной хотя бы гонке ее использовать, чтобы она понадобилась потом еще где-то. И как раз таки импреза, ралли-кар, спешл модель, кстати, тоже, она еще используется в паре гонок. Или в одной, не помню, что-то уже. Да, в одной, вот здесь она еще используется. И поэтому следующую машину я взял именно импрезу. Ну, по сути, это практически та же спешл модель, что и в первой части, единственное, годом посвежее. Вот. Ну и внешне она выглядит, мне больше нравится, как вот эта модель выглядит. Тут в импрезах еще есть туринговая. Точнее, в Subaru есть еще импреза туринговая. И ее мы, кажется, можем заработать. Вот Lancer еще есть. Там в чемпионате вы видели Lancer 6 ралли-кар есть, но в спешл моделях его нету. И, если честно, я что-то не припомню, где его можно купить или заработать. Что еще хорошо, когда берешь спешл модель, это то, что не нужно тратить время на ее доводку, на покупку каких-то запчастей для нее. Просто взял, сел и поехал. Безо всяких напрягов. Так, ну это вот очередная раллийная трасса. Уже немного другая. Здесь, ну как я уже, в общем-то, и сказал, больше нигде мне не удалось с первого раза выиграть. Тут мы уже в абсолютно равных условиях с соперником, точно такой же импрезой, раллийной спешл моделью. И здесь мне, конечно, пришлось несколько попыток потратить на этого соперника, на эту трассу. Ну, естественно, для начала изучить трассу нужно. А так как я заходил в раллийный режим крайне редко, поэтому, естественно, трасс я уже об этом говорил, трасс я раллийных не знаю. И вот соперник все-таки вышел вперед. Это абсолютно такая же импреза. Но все-таки удалось опять ее настичь. Практически перед самым финишем. И тут просто бок о бок мы с ним. Последний поворот. Ходили, но все-таки удалось его одолеть. И вот, проходя как раз-таки этот раллийный режим, я ловил себя на мысли, что чем дальше я его прохожу, тем больше вообще, если честно, не понимаю, для чего он был вообще сделан. Вот серьезно. Абсолютно режим недопиленный, недокрученный. В общем, к игре приляпан, ну, просто для галочки, как мне кажется. Это либо какая-то проба пера была у них, у разработчиков, имею в виду. Ну, в общем, непонятно мне. Мне он тоже здесь абсолютно не нравится, в том виде, в каком он здесь есть.
Это, я считаю, минус игры. Я уже говорил о нескольких минусах Gran Turismo. Ну и вот это очередной из них. Ладно, я к этому еще вернусь. Вот мы берем очередную машину. Это Citroen Saxo. Тоже я что-то поначалу в Ренохе зашел, я думал, это Рено Саксо. Но нет, это Citroen. Это, естественно, просто заводская машина, обычная, поэтому ее придется прокачать. Опять же, прокачивать ее нужно практически полностью. Ну, обычно я покупаю вот такие дорожные машины, заводские. Я не покупаю просто на них гоночный обвес, а так все остальное, в общем-то, приходится брать. Потому что, еще раз повторюсь, в раллином режиме соперники прокачаны полностью, абсолютно. Все, что есть, все на них стоит, они там, ну, по сути, никаких поблажек там уже нету. Если в кольцевых гонках там постепенно растет как бы сложность соперников, и в первых гонках они там совсем не прокачанные, и постепенно повышается их мощность к все более серьезным чемпионатам, то здесь нет, здесь с самого начала абсолютно полностью прокачанные тачки. Опять же, никаких абсолютно поблажек нету. Вот, и поэтому, да, поэтому приходится машины вкачивать довольно серьезно. И вот вы видите, у нас была огромная сумма денег, 3 с лишним миллиона, ну, в общем, внутри игровой валюты, уж не знаю, что здесь, а сейчас уже половины нету, хотя, в общем-то, купили мы, ну, вот только третью машину. Ну, спешл модели, да, они дорогие, они много денег отъедают. В принципе, думаю, придется еще, наверное, одну, а то и даже не одну, а две серии вот таких примерно делать, где также поначалу я нафармлю денег, потом мы благополучно продадим эти машины и купим еще тачки, потому что предстоит покупать еще очень дорогие машины, ту же Escudo, про которую я уже говорил, Peak Speed Version, и еще одна там будет машина, они, две этих только машины выйдут нам в круглую сумму 4 миллиона, все хочется сказать долларов, ну, не знаю, кредитов, в общем, и это, конечно, деньги немалые. Так, ну вот, опять эта же самая трасса, но другие машины. Естественно, тоже с первого раза мне не удалось пройти эту трассу. Пришлось привыкать уже к этой машине, хотя трассу уже более или менее знал, конечно. Но каждая новая машина, она тут ведет себя немножко по-разному. Скорости другие. В поворотах она себя ведет по-другому, естественно, и поэтому тоже пришлось к ней привыкать. И не помню, не буду я здесь говорить, с каких попыток я прошел, какие-то мне удавалось пройти с третьей, с четвертой попытки, на какие-то трассы я тратил гораздо больше, да, по нескольку десятков попыток, поэтому по-разному, в общем, получалось, все зависело, в общем-то, в основном от сложности трасс, естественно. Тут, я уже говорил, тут есть одна трасса, которая занимает... Ну, я тогда, правда, сказал, что это около 4 минут прохождения ее. Ну, нет, она чуть больше 2 минут занимает, но до нее мы еще дойдем в дальнейшем. Ну вот, и эта попытка венчалась успехом. Обошли мы нашего соперника. Ну и, собственно, сейчас получаем опять небольшие призовые деньги, то есть тратятся сотни миллионов, то есть сотни тысяч точнее, слава богу, не миллионов, конечно, но взамен мы получаем жалкие гроши. Ну ладно, не буду на это жаловаться.
Пожалуюсь единственное, опять же, на то, что здесь не дают призовых машин. Это мне вообще непонятно. Мне вообще непонятно, как они, запихнув в игру такое количество громадных машин, умудрились вообще ввести чемпионаты в игре, за которые ничего не дают. Только какие-то копейки в виде денег и призов никаких нет. Хотя я еще раз говорю, раллийный режим, он тоже сложный здесь. Но плюс его в том, что да, здесь можно, как я уже в начале видео сказал, так как нету ограничения по лошадиным силам, взять практически любую машину и без труда, да, тогда проехать их. Ну, тогда тоже непонятно, зачем это делать, ради чего, то есть брать какую-то сверхмощную машину и быстро-быстро проезжать. Это только тогда подтвердит то, что эти чемпионаты здесь по сути не нужны. То есть проехать их тогда чисто для галочки, чтобы получить кубки. Мне это не нравится. Это мое мнение чисто, но я еще раз говорю, мне чемпионат раллийный здесь абсолютно не нравится. Как он реализован, он абсолютно не похож на действительно ралли. Вот мы с вами параллельно еще Колин Макрей проходим, но это небо и земля. То, как сделано ралли в раллийном симуляторе, и то, как сделано ралли здесь. То есть абсолютно аркадное какое-то управление, непонятная машина, как обмылок какой-то, скользит по трассе. Плюс соперник этот, тень, то есть по сути вообще сделано в виде тайм-триала. То есть соперник физически неощутимый на трассе, никак его нельзя... Ну, если он есть, то была бы тогда возможность немножко его там где-то бортануть, где-то бок о бок с ним пойти, пройти поворот. А здесь он вроде как есть, но он такой эфемерный на трассе. Поэтому вы уж простите, что я так, ну, грубо говоря, в пух и прах раскритиковываю, но это действительно так и есть. То есть, да... Именно вот кольцевая часть Гран-туризма, она классная, физическая модель, видно, что разработчики уделяют ей очень много времени, а вот в раллийном режиме они здесь все спустя рукава сделали. Ну ладно, еще раз вернемся к этому. Вот мы тут купили очередную машину, это Renault Megane. Опять же, я не стал покупать ее гоночную модификацию, но полностью ее прокачал. И снова эта же трасса, и снова у нас соперник, ну, собственно, тоже Renault Megane, абсолютно такая же. Даже цвет у нас с ним вот одинаковый. Единственное, что этот пижон нацепил на себя рекламные наклейки, ну, чтобы, естественно, девок завлекать. Ну, это не мои слова, это слова героя фильма «Такси». Вот. Тоже, естественно, прошел я эту... трассу, опять же, не с первого раза, тоже несколько попыток мне понадобилось, чтобы здесь вкатиться вот в эту машину. Ну, прошел. Здесь, по сути, у нас, видите, получается, это как... Даже, в общем-то, когда я и проходил, то мне это напомнило очень сильное прохождение лицензии на золото. То есть, здесь я записываю видео и выкладываю только свою удачную попытку, да, с какими-то вот своими такими внешними комментариями. Ну, вот, вот такой вот получается режим раллийный. Потому что если бы я все комментировал сразу поверх, видео получались бы неоправданно долгими, да и зачем это все нужно. Так, мне кажется, такой формат гораздо интереснее. Может быть, кто-то скажет, что я неоправданно решил тут заморочиться, упороться. Может быть, отчасти он окажется прав. Но, ну, в общем, так вот я решил, так мне больше нравится. Как-то честнее, что ли, чем, опять же говорю, брать какую-то мощную тачку и быстренько все на нем, на ней проезжать. Так, следующую машину давайте возьмем, американку, это Ford у нас будет.
Ford Focus. Там вот еще был Ford Escort. Опять же, я, если честно, его хотел купить. Но вот видите, в спешл моделях его не оказалось. То есть здесь вот... прошу прощения. Здесь у нас есть из раллийных только Ford Focus. Вот давайте его и купим. Благо он стоит всего 500 тысяч. А уже не миллион. И на Фокусе проедем очередную трассу новую. Это Green Forest Roadway. Ну, антураж у трассы довольно похож на Deep Forest. Видимо, это такая отсылка и есть к нему. Так, и вот Ford, у него поворачиваемость не очень была, у него сильно недостаточная поворачиваемость. Я тут вот решил немножко больше его прижать к земле аэродинамикой и чуть-чуть сместить у него с помощью его LSD-мостов. Ну, в общем, мощность, как бы крутящий момент сместить назад, чтобы он больше у него греб задок, ну и, соответственно, лучше он ввинчивался в повороты. Опять же, повторюсь, у него была достаточно серьезная недостаточная поворачиваемость, и вот эти настройки помогли достаточно, ну, улучшили, в общем, его управление. Вот, поэтому после того, как я применил их, так скажем, Фордик поехал гораздо лучше. Здесь я довольно много попыток потратил. Опять же, точное количество их не скажу, но два десятка, я думаю, было точно. Опять же, поначалу я в настройки не лез, просто учил трассу, потому что эта трасса, опять же, новая. И, ну, в общем, просто заучивал эту трассу. Потом, когда заучил ее, в общем-то, понял, что у Форда есть проблемы с управляемостью, и вот только после этого я зашел в настройки, и, ну, после этого, в общем, поехал на равных с соперником, уже можно было как-то где-то смотреть, где он ошибается сам, где мне можно чуть прибавить, где можно немножко расслабиться, вот, и удалось уже его выиграть. Хотя тоже, видите, все было буквально на флажке, нос к носу мы с ним финишировали, но в итоге удалось его одолеть. Вот, и получить опять свои гроши. Сумма, видите, неумолимо приближается к исчезновению, наша крупная. Так, ну дальше смотрим, где нам можно еще проехаться. Вот здесь у нас используется очередная спешл модель, это Lancer Evolution 5, он же есть еще в одной гонке, поэтому следующей машиной станет Lancer. Спешл модель тоже, он всего 500 тысяч стоит, это не может не радовать, что цена у него, ну, для спешл модели это минимальная цена. Вот, так что после раллийных гонок наш гараж тоже пополнится кучей хороших машин прокачанных. В принципе, такие машины, как Impreza раллийная или вот этот Lancer, даже можно где-то пробовать их использовать, ну, в дальнейшем. Хотя не знаю. Вот, ребята, вот эта трасса заняла у меня уйму времени. Это просто был для меня очень серьезный челлендж. Вот эта трасса, кстати, ее я имел в виду, она очень длинная, в ней куча поворотов, она очень специфическая, практически вся состоит вот из таких вот тещиных языков. То есть сначала у нас идет подъем из вот таких вот шпилек, и потом такие же точно начнутся шпильки, но на спуске. И очень долго я ее просто учил сначала. То есть поначалу у меня были отрывы здесь от Лансера, от нашего соперника, от Лансера, соперничающего с нами. Ну,
там порядка 10-15 секунд. Трюки были гигантские, пока я не заучил трассу. Потом, когда я ее заучил, попутно я учился еще и проходить эти шпильки. Они проходятся довольно специфически. И, в общем, здесь вы сейчас увидите, что я их прохожу совсем не так, как наш соперник. Он проходит их как бы в раллийном заносе, ну, классически, да, то есть вот он под 90 практически градусов закладывает машину, я же нет, я решил пойти по другому пути и проходил их просто по, ну, практически все по кольцевому, то есть оттормаживался и проходил их по, старался по внутренней траектории, очень близко к внутренней части. Ну, почему я так сделал? Потому что у меня на самом деле в этом моменте джойстик стал барахлить, и контролировать занос на нем сейчас довольно сложно, и поэтому вот пришлось вот так вот исхитряться и, ну, в такой вот манере проезжать эту трассу. И, как я уже сказал, очень много это времени у меня отняло. Я уходил на перерывы, чуть было пару раз не швырял джойстик. Да, джойстик, кстати, у меня сломался не из-за того, что я его там кинул куда-то, как могли кто-то, мог кто-то подумать. Нет, просто он уже, ему у меня уже 4 года, и он, видимо, ну, в общем, цикл его жизненный подходит к концу. Я ездил до этого всегда на стрелочках, и вот у меня стрелочка влево отказала. А аналог здесь, ну, мягко говоря, не такой чувствительный. И оставляет желать намного лучшего, в отличие от оригинального соньковского джойстика. Поэтому вот были такие проблемы. Так, ну что же, следующая трасса, новая и новая машина. Это вот сейчас выбираем, что же взять. И Импреза, как я уже сказал, в двух гонках тут используется. Вот здесь нам не придется покупать еще одну машину. Сейчас проедемся снова на Импрезе по трассе Таити, только ее грязевой версии. Будем месить грязь на Таити, на пляжах его. Машина Импреза, спешл модель, ралли-кар. И тут немножечко заблуждение ввели нас. Вот видите, машина на самом деле Импреза ралли-кар, да, 99, абсолютно одинаковые названия, но это машина против нас не спешл модель едет, она немного слабее, чем вот наша специалка. Поэтому, собственно, здесь проблем с победой над ней, ну, в общем-то, не возникло. Это вот здесь это вторая попытка. То есть первая попытка, я тоже почти всю трассу лидировал, и меня на вот здесь на прямой, на прыжках, здесь очень серьезные прыжки, здесь надо на них немножечко газ отпускать, чтобы вот здесь меня очень сильно швырнуло в первой попытке, просто я подлетел куда-то чуть ли не в космос на полном газу, и меня сильно закрутило, и он вышел вперед все-таки. Вот, и на второй попытке я уже там немножко газ отпустил и пролетел их гораздо безопаснее, и поэтому вот со второй попытки, в общем-то, здесь и выиграл. Ну, здесь немножко и машины неравные. Вы сами видите, что соперник отстает довольно-таки сильно. Но это получилось, так скажем, нехотя, потому что название абсолютно идентичное нашей машине, и год совпадает, поэтому никаких мыслей даже не могло закрасться, что эта машина другая. Вот, так что победа здесь досталась довольно легко. Следующая машина, следующий заезд будет по этой же трассе, тоже Таити, и вот на этой, на Тигре Ice Race Car. Это Opel и тоже спешл модель на самом деле.
но... Так, нет, Opel у нас в северном городе. Это у нас Vauxhall. Ну, как он здесь представлен в этой версии Gran Turismo. И вот снова 500 тысяч. И, собственно, вот все. Все наши деньги и разошлись. Многочисленные. Ну, зато довольно много машин купили. Правда, опять же, практически все они не будут использоваться дальше. Ну да ладно. Зато они все практически прокачаны уже в гоночной модификации. Ну и здесь тоже противостояние, опять же, на этой же самой трассе. Таити. Грязная Таити. Грязевое. Довольно-таки было противостояние плотным. Тут даже больше я сражался с этой машиной. Не понравилось мне, как она себя ведет. Поэтому соперник тут, в принципе, довольно-таки... Хоть он и не уступает в мощности, но он как-то проходит повороты по-иному. И за счет этого, в общем-то, довольно много проигрывает. Но, как я уже сказал, здесь я боролся, по сути, сам с собой. Больше. Тоже, естественно, не с первой попытки удалось завладеть победой здесь. Но, не знаю, может быть, она вела бы себя гораздо лучше, будет вести лучше себя на асфальте эта машина. Не знаю, может быть, проверять я, ну, пока, по крайней мере, не собираюсь. Прошли ралли, да и ладно. Ну вот, но, по крайней мере, на грязи она себя ведет не очень хорошо, не очень вменяемо. Так, ну и вот, очередная гонка осталась позади. Опять небольшие деньги. Вот, собственно, что осталось от наших 3,5 миллионов долларей-кредитов. Собственно, все, на этом закончим эту серию. Прошли мы где-то сейчас, ну, где-то треть, наверное, может, чуть больше чемпионатов, трасс именно раллийных, как я уже сказал. Ну, может быть, будем еще в следующих сериях там по одной трассе проезжать еще, ну, как-то вклинивать я буду между кольцевыми гонками. И еще одну, наверное, полноценную серию придется сделать, посвященную именно вот раллийному режиму. Ну, там, по идее, машины должны быть уже в конце чуть-чуть помощнее. Опять же, придется пофармить денег. Ну, ладно, на этом закончим серию. В общем, подведем небольшие итоги. Как я уже сказал, раллийный режим мне здесь абсолютно не нравится во второй части Gran Turismo. Видно, что разработчики здесь схалтурили. Ну и ладно. Оставим это на их совести. Наше дело маленькое — высказать свое мнение. Ну, в общем, на этом давайте попрощаемся. Спасибо огромное, что смотрели. Подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Комментируйте, ставьте лайки. Ну и с вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока и удачи!